Всем-всем привет! Сегодня уже 5 мая. Смотрите, какая у нас погода, девочки. Я проводила девчат своих домой. Кристина с Наташей поехали. Вера пошла кататься на мопеде. Ну, а я давай убираться. Ой, дятел прилетел такой большой прям. Дятел, по-моему. Давай убираться, стираться. А тут пошли такие тучи. По-моему, дятел прилетел огромный-огромный на дерево. Хочу вам показать, сколько мы спилили с Костей деревьев. Там все валяется. Сейчас я повернусь немножко камеру и вам покажу, мои хорошие, что мы тут делали с ним. Смотрите, вот эта вот часть, видите, тут вообще лысо стало. Вот то дерево, которое труха была, тоже спилили. В общем, подспиливали вот эту поляну, вот она еще. Я столько носила, потом паска не таскали. Вот это еще надо все мелкие поутаскивать, вот эти кусты. А большие, которые напилил Костя, вот эти, это перетаскать на дрова. Вот там деревья стояли, мы их спилили. Но они тоже уже... Вот это вот два дерева сломалось. Вот это, конечно, дерево. Вот это огромное мы не сможем спилить. Вот это постараемся спилить. Вот это. Тут освободить все. Вот это он мне выпиливал. Говорю, оставь только вот краешки, пускай будет. Видите, какая погода. Я начала стирать. Повесила полотенце на улице. Вон там у меня полотенца во дворе валяются. Валяются, висят. И пошло накрапывание. Вот, туча опять ползет, не знаю. Но снимать не стала, снимать не стала. Костя говорит, вы что, вчера приходил, не поутаскивали эти вот, ну, вот такие вот кусты. Я говорю, паска, ничего не делали. Потом с дочерью ходили на сопку. Что ж будем таскать? А вот эти вот, и они тяжелые, надо тачку. Вот он напилил. Пилу купили. Вот, вот. Вон там он во дворе. Березки опилили. Вот, вот эти вот деревья, они уже все, им пришла пора, как говорится. Взяли, спилили, в общем. Вот что творится, девчата. Это мне все нужно убирать. Когда только это я буду убирать, не знаю. Вот задела все, поранила ногу. Я тут раз вся пришла. Ноги все исцарапанные. Вон погода. Вообще, не знаю, погода портится, конечно. Сейчас пойду во двор и к вам подключусь. А здесь, видите, что, надо уборку делать. И уже трава, вон лопухи, трава поднялась. Еще неделя и бери косу. И коси. Вот, девчата, я вам перекидала доску эту. То, что немножко по силам. Вон там у меня уже цветочки цветут. А это потом все. Ну, тяжело. Тяжело. И как бы... Вот, видите, они какие чурки. Вон. Закинула. Закинула. Сейчас вот эти вот еще кину, три чурочки, и больше не буду бросать. В общем, я так думаю, что надо срочно покупать тачку. Без тачки делать нечего. Ну, тяжело. Вот. Больше я сегодня не буду это таскать. Погода вроде и проясняется, и не проясняется. Вот эти, видите, деревца начинают оживать, все равно зеленеть. Они позже расцветали, как бы листики распускали. Распустят. Распустят, и все будет хорошо. Вот. Ну и тут перед домом уже будем потихонечку убирать. Надо убрать вот это весь хлам. Вот тут вот. Тут тоже тропинка у меня. И вот здесь, я говорю, надо прибрать. Вот цветы уже полезли вовсю. И крапива, крапива. Вот здесь вишня была, это вот сакура оставили.
вишню выпилили старую. Вот еще не вытащила я. Вот эту, ну что-то тоже один вот этот оставил. Стрючок его надо было тоже выпилить. И та вон вишенка. Но ту оставили. А здесь, видите, что творится. В общем, работа еще. Вот эту бы тоже, как бы, макушку бы оторвать. Но ее не оторвешь. Она пока сама не отсохнет, наверное. Она не упадет. Будем ждать. Будем ждать. Вот это я потихонечку буду убирать. Вот такой план работы, девчата, у меня на эти дни. Завтра, если не будет дождя. Мы хотели с Наташей, дождь пошел. Сегодня всю ночь дождь шел. Потихонечку хотя бы вот за ограду здесь посложить в кучку. Они бы сохли, а потом бы порубили все это. Говорила, девчата, а у меня закрыт был на стопе телефон. Девочки, вон мои березки, видите? Отпилили мы их, отпилили, потому что, говорю, пускай они вверх растут, весь, говорю, снизу вот эти вот все-все-все веточки спилили. И здесь немножко вот дерево отпилили. Здесь у меня уже вот цветы полезли. Вот это лилии, пиончики. А это мои эти, здесь тюльпаны есть. Кто-то мне подарил, и я посадила. Вот он, тюльпанчик один вышел. Это вот тоже роза. Не, не роза, а это лилии, лилии. И там вот пион. И там вот лилии, вон там он лилия. И в углу там лилии. Надо вот делать все. Трава уже поперла. Мы еще даже не пограблили. Начали спиливать же. Я, видите, вытаскивала. Вот тут еще не вытащила кусты. Вот эти надо убрать ветки. С березы там вот тоже. Я вон туда таскала. И таскала перед домом. Куча веток была. Ну, тяжело, тяжело таскать. Все ноги ободрала себе. А здесь вот у меня пионы. Вот они, грядочка. И тоже лилия. Вот она. Потом вот здесь вот у меня лилия. И вон там он тоже лилия. Ну, посмотрим. Потихонечку будем делать. Вот здесь, девчата, у меня ландыши. Вот они, видите? Это сопки я приносила. Сопки. И втыкала их. Они, сколько я уже их повыкапывала, все равно они растут. Стол. Стол отсюда с Верой сегодня перетащили. А над тумбочкой я вот положила Костя, что привозил доски, и оббивала. Сегодня оббила клеенкой, но у меня клеенки не хватило вот на тот кусок. Она: мам, зачем нам? Я говорю, ну здесь чай-то будем с тобой пить. А тот стол круглый убрали, потому что под шашлык они там утащили маленький. Ну, когда за домом, за тем двором же. Говорю, пускай туда утащат тот столик, чтобы можно было садиться и кушать. Видите, все зазеленело, одуваны, все-все-все. Ну, короче, ну, вроде бы как погода и проясниться хочет, и в то же время тучки. Я вперед думаю, напугалась, видите, там у меня полотенце повесило, еще одна стирка стирается. Думаю, снимать, что ли, бежать, а потом говорю, да ладно, пускай оно висит. Ну вот там вот был дождь сильный, видать, потому что там аж полосы такие были. Ну а сейчас вроде бы как прояснение. Но стало прохладно. Пойду я в дом. Сейчас белье вытащу. Перекушу, девочки, перекушу. Вера придет, покушает уже без меня. Она побежала, оделась, я пойду на мопеде кататься. С шантропой нашей. Я говорю, ну иди. Сейчас вам котят покажу. Вы только посмотрите. Вот этот шустряк, он уже через загородки вылазит, девочки, выпрыгивает. Видите, что творит? Мальчик, мальчик. Вот так вот уже не хочет сидеть там в манеже. Самый-самый шустрый. А те сидят в загородке. Видишь, как бегает вовсю, вовсю. Мой хороший, иди сюда.
А те тут вот, я уже загородила, вот им налила снова кашки. В туалет ходят девочки, вот на тряпочку, выполаскиваю, мою. Вот две. И мы смотрели, что-то выходит три кошечки. Три девчонки, вот эти. Вон они кушают молочко и гречку я им варю. И вот она такая красавица. Писаная. Один братик и тот самый шустрый. Да, да, голубоглазые вы мои. Вы мои самые красивые. Все, мы отфотографировали, только не выставили еще. Сегодня Наташа там будет выставлять, и я на форпост. С детьми ничего не сделаешь. Когда они тут были, все внимание принадлежало им. Вчера был Костя, мы заказывали китайскую девчата кухню. Сидели, отдыхали, я не снимала. Не снимала. Ну, как-то не стали мы снимать ни стол, ничего. Я фотографии поставлю. Я там фотографировала, что мы заказывали. Мы заказали себе, сели, наелись, наговорились, наобщались. Видите, задела ногу. Все, кровит. Там пока палки кидала, и вот задела. Сразу пошла кровь. Муся! Вон она. Где малыш? Где малыш? Я сейчас чай попью. Где он делся? Ки-ки-ки-ки-ки. Вот он. Такой разбойный. Не хочет там сидеть, девочки. Ни в какую. Вот, надо раздавать. Надо раздавать и побыстрее. Ладно, я потом к вам подключусь, девчонки. Попью чайку, хорошо? Девчата, я себе положила рис, баклажаны мы заказывали, и вот мясо острое с острым перцем, и кальмару немножко положила, ну и салат, хлеб мой, и чаю все налила. Сейчас поем и пойду белье вешать, и дальше буду убираться. А вон мои ребятешки втроем, а тот так и бегает с мамой, видите, играются. Вот, иди к ним, иди, моя девочка, иди. Вот, и мама к ним зашла. Карми, они уже поели. Зовет их. Сейчас и то дам тебе. Я сама сесть хочу покушать. Вон они, видите, как играются с ней. Хорошенькие девчонки. Уже можно раздавать, потому что... Ну вот, девчата, у меня уже... 8-й, что ли, или 7-й? 7-й час, по-моему. Сейчас гляну точно, что-то не вижу. Ну да, 6:30 я повесила белье. Часть повесила мелочевки у себя дома на кухне и пошла. Видите, уже закат. Уже все. Дело к вечеру. Делать есть чего. Не как в пословице. Немножко я, конечно, приустала. Я пошла еще принесла дровишек, если пойдет дождь, чтобы были у меня дрова в доме, чтобы можно было в любой момент подтопить. Прохладно. Вот это вот дети ночевали, я немножко один раз взяла, протопила. Воздух совсем другой после печки. Вот. Ну и как бы оно уютнее становится дома и теплее. Сейчас что я хочу, девчата, сделать? Вера моя еще гуляет. На улице прям холодно. Я делала теплые даже носки. Замерзла. У меня, смотрите, что у меня лежит. Вот. Мне прислал Василек вчера посылку. И прислали курьером до двери, девочки. Вчера курьер отзвонился в 9 утра. Я алло, он сделал вид, что он меня не слышит, и отвез, сдал назад посылку. Представляете? И мы вчера звонили, я там немножко их поругала, говорю, курьер, раз мне доставлял ваш пряжу, и вот сказал, я больше к вам не поеду. Этот раз он обманул, что якобы я не открыла двери, меня дома нет, и вернул посылку. Сегодня другой курьер привез посылку. Девочки, вот такая посылка пришла, да? Все классное. Вот в таком вот... Это накладная. Вот в таком вот мешке.
вот в таком, любимый Василек. Ну, девчонки мои еще были дома, и мы, конечно, вскрыли и посмотрели. Здесь Кристине, девочки, костюм, футболочка. Потом Вере. Брюки, двое брюк, потом тоже футболка. А, и вот такие джоггеры женские я взяла себе, девчат, хорошие. Ну и, естественно, постельное белье, как без него. Мне очень нравится, поэтому сейчас, мои девочки, дорогие, и полотенца. Полотенца тоже я люблю и считаю, что в каждой семье их много. И должно быть много, да? А это детская, и вот. Сейчас, девчата, 5 минут отдыха у меня. Немножечко я отдышусь после... Ну, бегала то в сарай, то белье вешала, то другое. И покажу вам все, что я получила. Вот мои цветочки цветут. Видите, окна. Хотелось еще бы и окошки помыть. Но, видите, еще такого тепла на улице нет. Возиться я, конечно, вот с большими этими окнами снаружи пока еще не буду. А завтра, может быть, помою нижние окна. Вот. Вот там вот стол так выглядит. Видите, я не доделала, доделаю. Вот. И солнышко заходит. Сегодня, я думаю, я смонтирую этот влог. И сегодня я все же возьму вязание в руки. Надо свою хлопковую тунику довязывать. Я еще ее не вязала, а ручки соскучились уже. Хотят. Ладно, девчата, сейчас я 5 минут отдыхаю и будем с вами смотреть наш любимый Василек. Что же там мне пришло? В конце видео выставлю фотографии, где делала примерку Кристина. Она померила Василек и, конечно же, мою курточку. Девочки, обязательно досмотрите до конца и там посмотрите, напишите мне, особенно как курточка выглядит на внучечке. Для меня это очень важно. Хорошо? Поэтому жду от вас отзывы. К этой курточке я еще буду вязать брючки. Ну, ритузиками, тоже тепленькие. Ну вот, мои хорошие, у меня время уже 9:30. Я только немножечко освобождаюсь. Что-то замерзла, затопила печку дома. Девчата, хочу вам показать все же посылочку с любимого Василька. Что на этот раз я там себе заказала. Девчат, для себя заказала джоггеры женские. Спорт Хит, цвет антрацит. 58 размер. Так, и мои брючки стоят 650 рублей. Я сегодня мерила при дочери. Вот такие девочки штанишки очень мне понравились. Смотрите, какой у них. Видите, резиночка. Вот так с этой снаружи. Здесь кармашки. На сопку буду ходить. На сопку. Вот пойдем. Вообще померила, говорю, неужели я такая большая? 58-й. Но взяла побольше, девчата, чтобы были штаны как бы свободные. По низу идет вот такой манжет. Сейчас камеру немножко передвину, чтобы было лучше видно. Вот, поставила немножечко по-другому. Смотрите. Здесь вот железный шнурочек, железные вот эти заклепочки. Прошито по качеству, девочки, ну, абсолютно, смотрите, как сшито. Плотные штаны, плотные. И все-все вот шовчики хорошо прошиты, нету претензий по качеству. Ну, и такие цвет, то, что я хотела, серенькие. Я мерить не буду, но во влогах, вот пойдем за папоротниками,
за папоротником, и я их одену. Одену и в них пойду. Штанишки просто шикарные. Цена, я вам сказала, 650, девчата, рублей. И взяла для Веры брюки женские, спортивные, черные, 42 размера с лампасами. Сейчас, гляжу, мода пошла, все ходят в спортивных костюмах. Смотрите, вот такие штанишки ей. Тоже карманы. Карманы, самое главное, девочки, смотрите, какой глубокий карман, видите? Тоже прошиты. Вот. Лампасы белые. Внизу у нее тоже... Да что такое, я икаю? То же самое, вот такой манжетик сделанный. Вообще штанишки очень классные. Но качество один в один. Вот мои штаны и ее. У меня только еще веревочки, а здесь просто резиночка. Но резинка вот тоже, видите, какая? Вот. Прошита хорошо. Вот. Вера померила, говорит, на камеру я не буду, но во влогах, девчат, я вам... Она будет одеваться, пойдем, когда на сопочку, пойдем, скорее всего, с ней. Наташа уехала, сейчас постоит неделька, и мы пойдем за папоротником. Потом Вере взяла, так, верные брючки. Сейчас я вам скажу, девчата, 42 размера брюки... Спорт черный, 650 тоже рублей. Брюки в клетку, женские, каприз, цвет хаки. Вот эти штанишки, ну клетка мода сейчас, взяла тоже для Веры. 42 размер, и брючки эти стоят 579 рублей. Померила. Наташа говорит, мам, ну, клетка, да еще и крупная. Я говорю, ну, им нравится. Смотрите, девчата, ткань очень классная, хорошая. Тоже с кармашками. Карманы довольно-таки, вот смотрите, какой большой карман, глубокие. Здесь на резиночке прямой как бы покрой, видите? Ну, и внизу вот так. Штаны вообще шикарные. Просто шикарные. И полотно, девочки, полотно такое плотное. Смотрите. Здесь впереди идут вот две складки. Вот как бы, вот штанишки, да? Вот они, две складочки. Вот здесь две и здесь две складки. Кармашки. Вообще штанишки прелесть. Просто прелесть. Ну, раз хочется им носить клетку, пусть носят клетку. Видите, они немножечко так вот пружинят штаны. Да, и вот так. Полотно мне очень нравится. Очень. Штаны классные, девчата. Вот сейчас ходить само-само то. Такие в клеточку штанишки... Так, сейчас, мои девочки, мальчики, я вам скажу. Называются каприз, цвет хаки, 42 размер, 579 рублей. Потом взяла ей еще женскую футболку, Enjoy золото, тоже цвет хаки. Так, футболочка стоит 346 рублей. Вера моя 42 размер. Она, девчата, в этом размере, наверное, останется, скорее всего, надолго, потому что у нас мама была маленькая, ну и Вера маленькая. Смотрите, какая футболочка. Футболочка хорошенькая. Вот такая. Коротенький рукавчик. Легкая. Футболка легкая, девчата. Ну и шовчики вам покажу. Вот они, видите, все закрыто. Тоненькая футболочка. Все прошито. Вот ровненько. Никаких плохих швов я здесь не вижу.
абсолютно все прострочено. Вот они, плечевые швы, вот на рукавчике швы. Поэтому, девочки, здесь все по-честному и без обмана. Вот, видите, швы все хорошие, абсолютно. Ну, вот она прям села по ней. Вот такая кофточка, футболочка. Под штанишки, под шорты, под брючки. Будет носить с большим-большим удовольствием. Ну и, конечно же, заказала для внученьки. Для внученьки, девочки, заказала на этот раз футболочку и спортивный костюм. Футболка. Мама-кошка, голубая, брала на 7 лет. Так как она у нас рослая, девчонка, вот по росту взяла 122 сантиметра, девочки. И стоит эта футболочка всего лишь 132 рубля. Смотрите, какие киски красивые. Сзади она простенькая. Мне очень нравится. Гляньте, какая необычная горловинка у нее. Видите, в виде резиночки. Вот это вообще классно. Она сегодня мерила. В конце ролика, кто досмотрит до конца, я вставлю там на 1,5 минуты, по-моему, будет видео, где Кристина меряет, вот любимый Василек, и меряет мною связанную курточку. Девчат просили показать. Ребенок сколько был, ну, не могли показать то одно, то другое. А сегодня уже ему ходить. Я говорю, давай снимем курточку на тебе, покажем. Вот она там была моделькой. Посмотрите, мои хорошие, и напишите, как вам понравилось, что на Кристиной. Сегодня в этом ролике у нас Кристина модель. Мы с Верой не меряем. Купила костюм, девчата, костюм для девочки розовый на 7 лет, рост 177. Вот такая вот упаковочка, Бонита написана. Вы знаете, костюм просто шикарный. Вот такие вот брючки, видите, Наташа посмотрели, померили. Она говорит, мама, какой обалденный костюм. Я говорю, да. Вот такая, девочки, этикеточка Бонита. Видите? Вот они, шовчики. Вот. Сшито очень хорошо. Вообще, прям вот, знаете, красота. Кармашек. Шнурочек. Смотрите, вот здесь прорезиненные вот эти заглушки на шнурочках. Два кармана. Вообще, внучка осталась очень довольная. Внизу манжетик, девчата. Манжетик эластичный. Видите? Вот он. Костюм. Я просто осталась вот очень довольна этим костюмом. Сейчас носить можно. Можно летом в холодную такую погоду. И... Олимпийка можно назвать, или как назвать, кофточка с капюшоном, девчата. Давайте я застегну молнию и покажу, а так мне неудобно его показывать будет. Костюм просто прелесть. Смотрите, вот такая кофточка, рукавчик. Рукавчик чуть-чуть длинноват, но, говорю, манжетик можно подвернуть, потому что ребенок очень быстро растет, не успевает ничего снашивать. Я уже взяла на вырост и не прогадала. Ей вот 6 лет в марте было, а я взяла, девочки, на 7 лет. Здесь тоже в капюшоне идет шнурочек такой же, вот с прорезиненными штучками. Вот такой вот сочетание цветов, розовая, серая и черная. Ну и сзади просто без надписи, вот такая вот катюля. Увидите на ребенке, как смотрится костюмчик. Дитё и мама остались довольны. Цена костюма
Футболочка 132 рубля на Кристину, а костюмчик, так, девочки, сейчас я вам скажу, на 7 лет, тоже на 7 лет, костюм розовый 960 рублей. Просто шикарный, просто хороший. Ну, вот такие вот штанишки еще раз покажу вам. Вообще классный, очень я довольна, видите, тянется. Вот такой. Вообще, и цвет прям вот розовый, серый и черный. Очень смотрится красиво, да? Девчата, смотрите. Поэтому проходите по ссылочке. Ссылочка будет под видео обязательно. Проходите, выбирайте, делайте подарок внучатам. Там на детей много, кстати, товара. Что еще я заказала, девчата? Конечно же, постельное белье. Постельное мне очень там нравится. Ни одной посылки я не заказывала без постельного принадлежностей. Я на этот раз взяла 3 красивых полотенца. Полотенца махровые. Цвет персик, лимон и салатовый. Все полотенчики по 146 рублей. Вот такие вот полотенчики для лица. Полотенец много не бывает. 50 на 90. 100% хлопок. По впитываемости хорошие полотенца. Мне очень нравится. Вообще и в подарок можно, и цвета там разные, можно подобрать и ребенку, и для женщины, и для мужчины. У меня вот такой салатный, вот такой вот цвет лимонный, и вот такой цвет персик. Все девчат красивые, смотрите какие, да? Все-все хорошенькие. Размер нормальный, 50 на 90 для лица в самый раз. И цена очень привлекательная, 146 рублей. Поэтому покупайте, проходите, выбирайте, девчата. Ну как без комплекта и без пододеяльника? Для Веры у нее диван как бы он двухспальный, но стелим мы туда полутораспальный. Пододеяльник, поплин, любовь и панды. Так, здесь полтора полуторный. Давайте вытащу. Это для Веры моей. Любовь и панды. Размер 148 на 215. Так, пододеяльник 797 рублей, девочки. По качеству постель, вот вы знаете, пользуется моя дочь, пользуется моя племянница Дарила. Пользуемся мы, стираем, девчата. Не линяет, гляньте, какие пандочки. Ну, это я заказывала для Веры, если Вера не захочет, такой скажет, фу, детский, да? Может сказать, может. Тогда это будет для внученьки. Сейчас я наклоню и вам покажу. Смотрите, девочки. Вот такие пандочки и сердечки классные. Лове написано. Люблю. Вот. Ну и с этой стороны. Вот такой вот поддеяльничек. Вообще, цвет очень приятный. Здесь одни сердца, а здесь вот они панды. Панды. Красивый, девчата. А может быть, подарю для племянника. Племянницы сыночка. Ну, племянничатый внук он мне получается. Для мальчика будет вообще шикарно, потому что цвет такой голубенький. Ой, вы знаете, и горошек.
вот выбирала уже постельное горохом. На этот раз я выбрала пододеяльник, значит, цена 797 рублей. И выбрала, девочки, горошек вот такой. Смотрите, красота какая. Это у нас полностью комплект. Тоже полутораспальный. Здесь у нас, значит, простынь и пододеяльник. Вот такая красота. Ну, это я не буду вытаскивать, девчонки. Потому что это тоже хочу подарить. Но цвет очень красивый. Вот такой яркий. 40 градусов стирка. 3 точечки утюжок. Я стираю, девочки, 800 оборотов. Получасовая стирка. 30 градусов водичка. И отстирывает хорошо. Но у нас белье мы меняем часто. Не линяет, не выгорает, не выцветает, не садится. Вот как постирала, как после вот первой стирки, ну, когда новая, да, постель, ее надо обязательно стирать. Вот в таком состоянии наволочки, простыни, пододеяльники, они такими и остаются. Нету такого, чтобы, знаете, где-то там швы разбежались, или полиняло, либо цвет потеряло. Нет. Я уже не один раз во влогах показывала и в стирке, и после стирки. Постельная, девчата, просто изумительная. Я вот в нашем любимом Васильке что-что, но постельная обожаю больше всех. Больше всех товаров. Хотя там товары есть для детей, для женщин, для мужчин. Спецодежда есть, для дома есть. Есть всякие скатерки, есть кухонные полотенчики, есть по отдельности пододеяльники. Я тоже так заказывала. Отдельно наволочки много я заказывала. Полотенца. Полотенца тоже разнообразные. Есть банные, есть для пляжа. Я брала полотенца на море ходить. Большие такие. Есть и полотенца, как вам сказать, простыни махровые. Ими, вот такими махровыми простынями мы на них не спим, а укрываемся, девчат. Летом, когда жара, им приятно укрыться. Поэтому, девчата, оставляю ссылочку. А, я вам не сказала, вот... я вам не сказала, правда, этот. Постельное белье полутораспальное, цена его 1504 рубля. Без молнии. Там есть на молниях, есть без молнии. Я с молниями не люблю. Это, да, мой выбор. Я беру всегда без молнии, потому что в наволочках вот этот запах большой, он обычно вот такой высоты, подушка не вываливается с них. И пододеяльники прорезь идет в ногах. Не как раньше, вот сбоку, или помните, был раньше вот такой треугольник? Нет, шьют просто в ногах, внизу пододеяльника, прорезь. Одел на одеяло, и все, красота. Ничего нигде не вываливается, не цепляется. Вообще, постельные у них просто шикарные, я скажу. Поэтому, девочки, кто хочет посмотреть, проходите по ссылочке. Под видео есть слово «Еще». Под ним будет ссылочка на Василек. Ивановский трикотаж. Это отечественное производство. Давайте поддержим их. Вот. Чем покупать китайский вот постельные принадлежности, лучше купить наше отечественное. Но в Иваново хорошее. Что-что-что. А вот там продукция очень хорошая. Поэтому проходите, выбирайте. Много больше не буду говорить. Уже об этом я всегда говорю, всегда хвалю их товар. Ссылочка внизу, слово еще, кликайте мышкой
И вы увидите ссылку на магазин. Щелкайте на эту ссылочку, и вы придете в магазин. На этом, мои хорошие, этот влог заканчиваю. Как всегда, вам пожелаю всем здоровья, счастья, благополучия. Подписывайтесь, кто еще не подписался на канал. Праздничные дни ушли, с больницы я пришла, ребятишек своих проводила. Теперь у меня будет больше времени на занятия каналом. Будем вязать, девчата, будем и влоги снимать, будем общаться, будут прямые эфиры. Кому нравится мой канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик там рядышком со словом подписаться, и вам будут приходить все мои новые видео. А на этом, мои хорошие, всем пока-пока, до новых встреч. С вами была Татьяна. Пишите, как моя модель вам понравилась. Маленькая-маленькая модель, которая демонстрирует вам костюмчик, футболочку и курточку. Все, всех целую, обнимаю. Пока-пока. С вами была Татьяна.